Страшная рожа. Красавчик. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и у нас прохождение Far Cry Primal. И тут же у меня еще один облом. Я тут записывал, прошел пару миссий, опять так же как Just Cause 3. И у меня не записывалось видео, к сожалению, только половина. Я тут открыл лук, добавил еще одного придурка в нашу деревню. Где он? Что-то его здесь... А, нет, он еще не у нас. Но, тем не менее, я прошел пару миссий, друзья. Так что начинаем теперь с этого. Открыть. Продолжаем. Посмотрим, что тут за миссии. Ну, конечно же, с этим шаманом у нас могут быть только глюки. Твой дух кипеть. Ну, понятно. Сейчас мы опять будем наркоманить. Блин, что он там выдавил-то хоть? Этому не терпится прям. Еще и земли туда. Ну, вообще, нормально. Фу, блин, что за жижа вообще получилась? Пей давай уже. Все, уже понесло. Ставь лайк, если бы не пробовал эту дрянь. Так, вот и начинается. Так, все пылает, все в огне, оружия нету. Видение огонь. Так, они меня боятся, что ли? Ну как же Far Cry без глюков? Так, крати. Нам нужно добыть эту крати однозначно. Я пойду в их племя и заберу. Ну конечно, не во время глюков, а после них. Так, и что это? Я теперь за крати, что ли? Ого. Они боятся крати. Доберитесь до стоячих камней. Огонь крати. Все, изилы боятся огня крати. Удерживайте правую, потом выстрел. Убейте 5 врагов, чтобы зарядить огонь крати и получить возможность сделать мощный тройной залп. После тройного... Ничего себе, 3 стрелы. После тройного залпа вы переключаетесь назад в материальную стрелу. Метеоритную стрелу, вернее. Так. 5 врагов мне нужно убить. Так, это враг. Это враг. Вот тут враг. Гори ясно. Так. Так, 3 стрелы. Понял. Так, ну горят они нормально. Так, стоп. Я в них стреляю, а потом на них падает метеорит. Ничего себе, нормально. Интересно. Без вот этих глюков у меня будет такая возможность? Так, стрельну вот в этих. Так, было бы круто, если бы без глюков у меня работала такая возможность. Так. Они умирают еще до того, как я... То есть до того, как упадет на них метеорит, так что... Он тут не обязательный, просто круто смотрится. Так, мирных жителей я лучше убивать не буду. Я не такой уж плохой человек. Так. Так, еще и скалы рушатся.
Я еще и бессмертный, по-моему. А моего тепловизора нету. Понял. Ну, как видите, они сразу умирают. Зачем тогда добавили этот метеорит? Он совсем ни к чему. Так, тут их прям много. Так, да, все верно. Мне нужно их разрушить. Готово. Так, откуда стреляют-то? А вот. Значит, просто обычная стрела не поможет. Все. Все разрушил, все готово. Так, так. Что у нас дальше? Опять. Продолжаем. Продолжаем. Используйте тройной выстрел, чтобы расколоть луну. Так, ясно. Затмение у нас тут какое-то. Мочим всех людишек. Так, сейчас будут три стрелы. Вот все, три стрелы. Так, ну давай. Воу-воу-воу, круто. Продолжаем. Убивайте изил, чтобы зарядить лук. Убиваю, как могу. И даже не обязательно прямо в них стрелять, можно рядом. Огонь! Мать вашу. Блин, реально круто. Это уже что-то необычное, такого не было ни разу. Раскалывать луну и все такое. Так, откуда? Вот он. И здесь кто-то есть. Ну? Не попал? Попал же вроде. Так, ладно, идем наверх. Орут твари вовсю. Так, кто-то там остался. А, вот ты где. Вот ты где. Извини, я тебя пропустил. Все. Был воин и нет воина. Так, по-моему, здесь сейчас закончится наша война с этими кизилами. Так, луна почти готова. Так, все, ребята. Я уничтожил луну. И наше солнце освободилось от чар затмения. И наши глюки закончились. Видение огонь завершено. С чем я себя и поздравляю. Так, а с ним-то что? Он что, тоже хлебнул? Shansha Urusit Shansha Salwas Salwa Yasushalain Twayakis. Ну да, ты еще про 212-й скажи год. Там, короче, я не помню, какое число уже было. Может, они календарь майя написали. Конец всего.
Так, новые задания у нас появились. Вот оно там, недалеко. Так, действие Клабс выполнено. Это хорошо. Это не может не радовать. Ну, посмотрим, что она предлагает нам. Ну, конечно, ко всем им нужно так заходить. Так, что дальше? Уши висят. Фу, она больная. Че ты вообще с ней повелся-то? Да ну тебя, больная девчонка, идиотка. Так, теперь в вашем тайнике доступны ежедневный бред. Так, в земли Удом. Ну, отправимся, посмотрим, что нам тут предлагают. И мамонт, кстати, рядом. Так, отправиться туда или посмотреть вот это задание. Давайте-ка сюда. Оно, по-моему, попроще будет. Так. Вот я тут в какой-то пещере, только я не помню, где выход. Сейчас разберемся. А, вот он. Отлично. Быстренько нашел. События в Винджа схватка. Где? Где? Не вижу. Не слышу. Блин, такое чувство, как будто он на меня нападает, блин. Так. Так, готов. Все. Мастерски убил. Так, теперь мне сюда. Блин, в обратную сторону. Глина. Глина. Полезная вещь. Мне еще дойти, добраться туда вообще. Новые жители деревни. Новые жители — это всегда хорошо. И где-то птичка тут летает. Неужто ли ты напасть на меня хочешь? О, олени, а ну-ка, разобрался с ними быстро. Мне, кстати, нужен олень или нет? Где эти аборигены? А, вон, побежал. Так. Да, блин, подвинься, дай мне с него шкуру снять-то. А, это лось. Лосяра тупой. Так, не туда. Это мне, наверное, так пройти легче будет, или как? Сейчас посмотрим по карте. А, да, мне нужно налево, сюда. Включим наш ускоритель, зачем нам время тратить? Что-то не особо как-то быстрее он бегает. Не чувствую разницу. Или мне кажется. О, Мишка. Ты чё, бежишь за мной? Порвал его быстро. Так, далеко еще вообще? Вернулся. Отвлекай медведя. Так, так, 200 метров еще. Даже больше. 250. Ну, осталось совсем чуть-чуть, сейчас доберемся. О, глина. Камень.
кедр. Так, помощь, винт, же, защита, отказ. Так, я этого даже не видел. Вы мне это не приписывайте. Так, не вниз, наверное. В земли Удом. И что мне тут нужно делать? Найдите редкий желтый северный лист для Сейлы. Вообще не проблема. Хватит выть. Так. Чё-то мне не нравится ваш декор. Так. Где мне его найти? Северный лист. Так. А, где-то в этой области. Ну, немного. Сейчас быстренько найдем. Так. Он, надеюсь, подсвечивается как-нибудь. Так, я не вышел за пределы. Вышел. Значит, не обратно. Волчара. Так. Выхожу за пределы? Да, выхожу. Значит, мне нужно искать его где-то здесь. А, вот. И что у нас тут? Оу. Это племя, да? О. Где-то я его видел. Ничего он со мной сделает? Что за ребенок? Что за ирокез? Это его девчушка? Ну, у него страшная рожа. Красавчик. Опасный тип. Так, он, видимо, забрал все мое оружие. Так, внимание, Удам отобрал ваши вещи. Ну, кто бы сомневался. Так. Я отсюда вообще выбраться смогу? Так, крюк есть. Но это не такой крюк, как у меня был. Или такой? А, ну да, такой. Блин. Вот молодец. В пище найдите ваше снаряжение. Следы, 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 следы. Туда спуститься я не смогу. Нет, 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 дурак, поднимайся, поднимайся. Отлично. Так. Снаряжение найдено. Что тут у нас вообще? Что за место такое?
Это что, волк? Волк. Так, это гниль листая? Нет. Исследуйте что? Исследуйте пещеры, чтобы найти выход. Так. Вижу одного, второго. Мне нужен тут длинный лук. Так, один готов. Второй готов. Есть. Не вижу. А, вот он. Пошел куда-то. А, тихо, 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 тихо. Не ори, блин. Так, этот урод бронированный. Его будет трудно убить. Сдохни уже. Вот, молодец. Так, удерживайте, чтобы доставить стрелу и отпустить... Да. Так, 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 так. Мне тут нужен уже короткий. А больше здесь никого и нет вроде. Все что ли, ребята? Вы чё? Такие слабенькие. Быстро, быстро, быстро. Так. Вот следы ведут сюда. Ну это маленькие следы. Это походу следы той девчушки. Сейчас будет видно. Исследуйте. Блин, одно и то же. Так, подняться сюда. А ему как-то помочь можно? Нет? Нет. Черт с ним. Так, все, я снова в пещере. И тут нужно бы... Так, опять длинный лук. Осмотреться сначала, кто тут есть вообще. Его сначала убивать не нужно. Так, раз. Так, еще и пленные есть. Так. Тихо. Так, вижу двоих, вон там еще четверо. Так. Тихо, блин, тихо. Тихо. Так, отвлечь их, может, как-то. Смогу, не смогу. О-о-о-о. Блин, спалил себя. Вот я идиот. Ну вот кто меня просил это делать? А, блин!
Идет, идет. Так. Так. Все. Эти готовы. А больше здесь вроде никого и нету. А куда? А. Что? Что за песенки? Так, пока никого. Так, так, так. Убейте стража пещеры. Сейчас убьем. Так, длинный лук. Готов. Что там происходит? Ну ты и падаль. Блин, промахнулся. Черт. Кто меня просил промахиваться? Так. Нужно их мочить. Готов один. Ой, блин. Вообще сдыхать не собираются. Так, ну вроде все. Что-то как-то стрелы, по-моему, в разброс летят немножко. Или мне кажется. Ну, блин. Вот. А, нет, показалось. Все. Тихо, тихо, тихо. Так, ты меня хотел спалить. Ой-ой-ой. О, тут еще есть. Вот индейцы, блин. Ой, а что я сделал? Не то. О, блин, чуть не упал. Лечись, лечись, лечись. Откуда? А, вот ты где. Тварь такая, блин. О, черт. Так, это еще и длинный лук был. Все, готов. Так, все. Блин, а я тут много стрел потратил. Ну, по-моему, уже выход. Так, все. В земле Удам завершено. Принес листик. Молодец.
Machi, Auchata. Utakar uli moana. Ну, сисаус, хинача! Идиотка. Все. Ага. Его нужно убить. Ясно. Нужно убить вот эту шкуру, нужно убить вот этого дебила. Остался волк, мамонт и там еще пару заданий каких-то. Ну вот. На сегодня, думаю, хватит, друзья. Сегодня короткий такой выпуск. Я пока не успеваю записывать большие видео. Времени маловато. Так что, как-то так, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в конкурсе. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.